Чтобы нарастить отстающие мышцы, требуется их специализация. Чтобы это происходило быстрее, увеличивайте частоту, сплитовый объем тренировок и добавляйте новые упражнения. Для наращивания отстающей группы мышц лучше всего работают краткосрочные сплит-программы с более высокой частотой тренировок отстающей группы. Когда посещаете спортивный зал, вы делаете три вещи. Более частый запуск синтеза белка в целевых группах мышц. Повышенный синтез белка может привести к более быстрому увеличению массы тела при достаточном восстановлении. Шокирование мышц. Если нагружали один или два раза в неделю в течение многих лет, увеличение частоты может вызвать каскад адаптаций, которые будут помогать становиться сильнее. Помните, прогресс будет зависеть не от того, что тренируете, а от того, что сможете восстановить. Тело имеет ограниченную способность к восстановлению. Вы должны уменьшить интенсивность и объем тренинга других частей тела, чтобы добиться максимального восстановления и прогресса во время фазы специализации. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!